Всего год потребовался застройщику Чистой Слободы, группе компаний КПД «Газстрой», для того, чтобы подготовить к сдаче в эксплуатацию новый кластер микрорайона. Новоселы встречают 3 девятиэтажных дома. Построить их должны были только в начале будущего года, но сдали на 9 месяцев раньше. Приятными новостями поэтому удалось порадовать более 300 семей. Пока мир обсуждает новый возможный локдаун, Владимир и Марина знакомятся со своей новой квартирой, на покупку которой семья решилась в самый разгар пандемии. Приемка квартиры – приятные, но ответственные хлопоты. Проверить качество окон и дверей, пройтись по коридорам, заглянуть в гостиную и спальню. Гарантия от застройщика на все элементы конструктива – 5 лет. Оперативные вопросы всегда может решить собственная сервисная компания застройщика. Возможность получить госипотеку не оставила сомнений, а инфраструктурные преимущества Чистой Слободы определили для молодой семьи выбор именно этого микрорайона. Ключевым при выборе стала транспортная развязка, инфраструктура, детские сады, школы, магазины, медицинские учреждения. Здесь неподалеку железнодорожная линия, а в дальнейшем планируется городская электричка, то есть как бы это тоже немаловажно для нас. Ну и левый берег для меня вообще как родной. Что понравилось? Метраж? Ну, что гостиная вместе с кухней, что две спальни, как раз детская и вот где родители будут находиться. Просторно, места много, всем хватит. Ремонт под ключ от застройщика и скорость сдачи домов по-прежнему остаются важными преимуществами для покупателей. Там же тоже микрорайон. Здесь есть школа, здесь есть большое количество магазинов, масса возможностей проведения свободного времени, спортивной активности, детские площадки, транспортная доступность и к центру города, и других точек левобережья, и правобережья. В части сроков сдачи КПД «Газстрой» всегда старается предвосхитить ожидания. До осени в компании планируют вручить ключи от квартир жителям всех 3 новых домов. Это те дома, которые мы планировали сдать в конце года и в первом квартале следующего года. Срок опережения примерно 9 месяцев. Это тоже привлекательный такой момент, и люди к нам сюда за этим тоже едут. Как удалось в непростое пандемическое время с опережением сдавать в эксплуатацию? Я думаю, здесь вопрос изыскания каких-то ресурсов, внутренних ресурсов, внешних ресурсов, банковское партнерство, расчет в том числе на собственные силы. Большим спросом сейчас пользуются более просторные квартиры, не менее 50 квадратов. Интерес покупатели проявляют и к спортивной инфраструктуре. Поэтому во всех дворах новых домов Чистой Слободы есть поле для мини-футбола, баскетбольная площадка и уличные тренажеры. Для тех, кто находится в поисках нового дома, есть хорошая новость. Этим летом в микрорайоне еще можно купить уже готовое жилье от застройщика, поэтому долго ждать новоселья не придется. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.